Мне сейчас очень плохо. А вы сможете понять, почему? Давайте подумайте. Ладно, не старайтесь, все мимо. А почему? Потому что вы меня не знаете лично. И я, по сути, для вас лишь только парень из монитора. А хотя, что обо мне? Вы-то можете чувствовать чужую боль? Я говорю не о физической боли, а о душевной, моральной, психической. Ну, как вам удобнее, называйте это. И многих из вас с детства учили следующему. Всегда ставь себя на место с тем, с кем разговариваешь. Будь то спор, ссора. И, я думаю, некоторые пытались использовать этот трюк. В том числе и я. Я из тех людей, кто всегда слышит то, что люди говорят. То есть, например, вы скажете какую-то херню, я потом к этому спокойно могу придраться. А в то же время вы забыли это, хотя сказали сами. Это не талант, это просто внимательность. И это очень часто я, кстати, использовал в дебатах. Ну, потому что многие люди просто не слышат, что говорят. И реально, где-то до 17-18 лет, до того, как я стал заниматься видеоблогингом, я думал, что я просто сам по себе конченый. Например, то, что я замечаю вещи, которые сами же люди говорят, но потом это не помнят. И я реально думал, что я просто психопат. Но как стал видеоблогером, и были такие ситуации, что нас записывали в конференциях, я понял, что нет, наоборот, все со мной было правильно. А люди действительно сами себе врали. И именно поэтому, когда я ставил себя на их место и понимал всегда, почему им больно от того или другого, и пытался всегда загладить конфликт. Но им это не надо. То ли они имеют то чувство ярости, которое надо выплеснуть, то ли они просто не хотят принимать эту боль. Боль того, что они не правы. Как сказал один философ, если хотите подорвать авторитет человека, просто докажите, что он не прав. Знаете, мой характер можно передать двумя лишь вещами. Первое — это высокая самооценка, и второе — это то, что я могу принять реальность. Я всегда себя стараюсь поставить хорошо, везде. Даже если я не могу себя поставить хорошо, я буду пытаться. В игре, в разговоре, где угодно. Но при этом, если мне что-то не получается, я признаю это. А почему бы и не признать? У меня нет той боли, как у многих людей, в том, что они не лучшие. Я не могу быть лучшим. Не могу. Знаете, хотите, это ваше дело, скрывайте это. Это та боль, которая будет вас мучить всю жизнь. И которую вы почувствуете во всей степени, лишь только в старости. Когда поймете, что вы всегда считали себя особенным. Тех из 5% нормальных людей, а все 95% долбоебы. Как там, ну, говорится. И, кстати, я могу вам предложить одну очень интересную вещь. Я уверен, многие из вас спорят хотя бы иногда. Если вы спорите, поставьте себя на место другого человека. Вы поймете его боль, вы поймете его позицию. Но также вы посмотрите на себя с его стороны. И сделайте так несколько раз. Поверьте, для меня это был незабываемый опыт. Именно благодаря этому я понял, с какими людьми мне надо общаться. И каких людей мне надо остерегаться. И поэтому теперь, когда я вижу, слышу какого-то человека, я просто могу на него резко наехать. Просто потому, что он полон дерьма. Вы мне не верите? Зато вот те люди, которые со мной общались там очень много времени, например, Томас, Саси. Бывали ситуации, когда я говорил, ребят, они полны дерьма, они меня не слушали, серьезно. Они меня не слушали. Продолжали с ними контактировать, а потом раз, Макс, ты был прав. Они полны дерьма. Никогда не доверяйте людям, которые подлизывают и подсасывают. Потому что это терпилы. А ты терпишь когда? Когда тебе больно. И прикиньте, потом вот эта боль, которая копится у тебя внутри, неожиданно выйдет. Больше всего я угораю, когда люди пытаются показать себя не теми, кто они есть на самом деле. Короче, я недавно посрался с одним чуваком, и я, типа, ну, забил хер на него. Буквально недавно я пытался с ним решить проблему. Причем проблема была такая, знаете, в которой он был явно неправ. Я сначала пытался просто выйти на ситуацию, что, например, мы оба неправы, ну, как я и говорил раньше. Но я охерел от того, что он начал на меня бычить почти как мамбет. Реально, какой-то мамбет из хрущевки на меня наехал. Я услышал фразу «Поясни». «Поясни, сука!» Я это с 2007 года не слышал. А причем на публике, кстати, это ютубер, он показывает себя крайне хорошим чувачком. Смешным, харизматичным, который умеет бликать на гитарке, блять, одну мелодию. И тут я услышал «Поясни». Он реально стал наезжать. И я, с одной стороны, сдерживался от смеха, а с другой, мне реально хотелось ему въебать, потому что, ну, у меня просто произошел разрыв шаблона. Пытаясь решать с ним проблему, он продолжал истерить, материться, вести себя, короче, как парень, ну, с района. Знаете, может, как-то пытались с гопником поговорить, вот то же самое. И когда я ему сказал, ну, пожалуйста, заткни нахуй свое ебало, тупое уебище, он обиделся и ушел. И вот именно в этот момент я очень сильно проржался, я реально стал ржать, потому что я вспомнил детство, сука. А представьте, что будет, если мы все будем связаны.
болью. Так вот, представьте, что, например, всех ваших друзей, все ваше окружение вяжут вот такой вот вещичкой, благодаря которой вы будете чувствовать боль друг друга. И не обязательно физическую, лишь только душевную. Знаете, что случится? Ну, как я предполагаю, после того, как вас всех свяжут. Вы все почувствуете такое ёбичное ощущение в груди, что вам просто будет тяжело дышать. Знаете, я так смотрю на себя, смотрю на других и понимаю, что мы все-таки забавные. Не в плане того, что мы какие-то веселые и все такое, мы просто забавные. Мы легкое превращаем в сложное, сложное в легкое. Мы решаем проблемы, которые сами же воплотили в жизнь. И знаете, я вот думаю все-таки, лучше жить с болью. У каждого она своя, каждый хочет ей поделиться, но никто не поделится, потому что если ты покажешь свою боль, ты окажешься слабым. Но все не учитывают одной маленькой вещи. Именно боль делает человека живым.